У нашего района богатая история. Здесь много знаковых мест и выдающихся личностей. Жители муниципалитета гордятся своим краем и всегда с удовольствием принимают участие в конкурсах и выставках, которые в основном связаны с творчеством. Картины, вышивка, подделки, стихи и рассказы. Разнообразие того, как люди передают любовь к району, впечатляет. Помощниками в этом деле служат сотрудники межпоселенческой библиотеки. Они регулярно организовывают конкурсы, где каждый может проявить свой талант. Так, с 18 июля в библиотеке стартовала абсолютно новая акция «Азбука Видновского края. От А до Я». Люди должны выбрать какую-либо букву алфавита и описать, ну, либо какой-то объект Ленинского района, либо человека, связанного с Ленинским районом. Это могут быть предприятия, учреждения, какие-то исторические места, может быть, ландшафтный дизайн, там заповедники, но все такое интересное, что есть в нашем Ленинском районе. Принять участие в конкурсе может любой гражданин, независимо от возраста и места жительства. Главное, чтобы рассказ был яркий и лаконичный, максимум на один лист А4. Первый этап акции завершится 31 декабря. Компетентное жюри отберет лучшие работы, наградит участников и приступит к составлению брошюры, где будут отображены все буквы алфавита и что интересного скрывается за ними. В 2017 году ко дню города азбука Видновского края будет выпущена в свет. А пока все с нетерпением будут ждать результатов большой проделанной работы, сотрудники библиотеки подготовили для жителей Ленинского района менее длительный, но от этого не менее интересный конкурс «Мой край, мой дом, моя семья». Это конкурс творческих работ в различных областях, ну, в том числе декоративного творчества, рисунок, литературное творчество, видеоролики, фотоработы. Вот такие вот области жанра искусства. Он будет завершаться ко дню города, 5 числа заканчивается, 5 сентября, а 10 сентября, в день города, будет проводиться награждение. Подробнее ознакомиться с положениями о конкурсах и пошаговыми инструкциями участия можно на сайте межпоселенческой библиотеки и на районных информационных порталах. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.